Иван Крылов. Волк и ягненок. Усилива всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в басне говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится. Но делу дать, хотя законы виды толк, кричит. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое питье мутить мое с песком и сылом. За дерзость такову я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я наступью, и гневаться напрасно он изволит, ведь я мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный, слыхана ли такая дерзость за свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет, братьев у меня. Так это кум или сват? И словом, кто-нибудь из вашего же рода, вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой разделаюсь за их грехи. Ах, я чем виноват? Молчи, устал я слушать. Да суд мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок.